Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим один небольшой плагин для WordPress. Весьма простой и, главное, бесплатный. Плагин называется GGPulse. Он позволяет вставить на ваш сайт простой опрос с выбором из двух вариантов и со статистикой ответов. Это, что называется, виральный контент. Лучше всего работает, понятное дело, с котами. Прошли опрос, выяснили, сколько людей ответили так же. Итак, плагин у нас после установки появляется в основном меню. Как устанавливать, я надеюсь, объяснять не нужно. Нашли, установили, активировали. Тут у нас есть опросы, пары и так далее. Но начинать нужно не с этого. В GGPulse есть один нетривиальный ход, без которого ничего работать не будет. В настройках нам нужны настройки опросов, и тут необходимо прописать экран инструктажа. Сейчас я включу для удобства два экрана. Так, это у нас относится к опросу. И вот тут объясняется, что нужно сделать. Это надо прописать в настройках один раз, просто чтобы человек знал, что от него требуется. И сохранить изменения. С полями, я думаю, все понятно. Они идут подряд. В других местах все не так однозначно. Итак, вот GGPulse, вот опросы. Пока он у нас тут один. Один, но с большим количеством полей. У него есть постоянное название, есть ли код. Это название опроса. А дальше попробуйте угадать, это заголовок вступительного экрана. А текст, есть ли код на картинке и так далее, это текст вступительного экрана. Еще у нас тут есть финальный экран, но он появится в другом месте, поэтому об этом позже. И есть текст кнопки призыва к действию. В моем случае это приступить к опросу. Так, дальше у нас инструктаж и, собственно, пары. Где брать пары? А вот здесь. Здесь мы выбираем из существующих пар, но сначала их, естественно, нужно добавить. Поэтому идем добавлять. Однако прежде чем добавить пары, сначала нужно добавить варианты. Сейчас все кажется запутанным, но на самом деле все просто. Просто нужно идти снизу. Сначала добавляете варианты, потом пары, потом опросы. Добавляем новый вариант. Заголовок — это исключительно для нас, чтобы потом этот вариант найти. У варианта есть картинка. Выбираем, вставляем. И есть краткая подпись. Это будет видно пользователям под картинкой. Можно написать, либо выбрать из написанных ранее. Окей, готово. И добавляем еще один вариант. По аналогии. Картинка, подпись, опубликовать. И создаем пару. Заголовок будет виден пользователям, так что будьте креативны. И выбираете первый вариант и второй вариант. Это то, что мы только что заполнили. Все. И теперь вопрос, нам нужно добавить еще одну пару, которую мы только что создали. Пары можно удалять. Сейчас опять включу два экрана, обновляем и смотрим, что у нас есть. Приветствие, инструктаж, отвечаем на вопросы и выясняем, сколько людей ответили также. Здесь у нас финальный экран, это то, что вот здесь. Можете сделать стоп-кадр, чтобы понять, что здесь где. Вот такой вот простой достаточно плагин, к которому, если приложить немного творческой энергии, может получиться вполне кликабельный материал. А если отнестись к процессу серьезно, то может быть и неплохая статистика по каким-нибудь остро-социальным вопросам. Все, любите друг друга, стучите и отворят, спрашивайте и получите ответ. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.